Ты тренер, давай, руководи процессом. Давай, ставим базу. Давай. Что это за хоть? Девушка, вы на бал, проходите. А, дискотека на этаж ниже, там этот Мулен Руж. Ну человеку 100 лет. Что говорить будем? Дайте сюда. Спасибо, что живой. О, братан, брат, братан, братишка. Я оператор. Сынок, ёлочка, гори! С Новым годом, Арсен! Сколько тебе? 100? Хотите отомстить Арсену за вот эти все гадости? Ну, конечно. Арсен, тогда тебе Андрей сейчас что-то передаст. Подожди, сейчас, секунду. Это начало мести. Я понял. Итак, первое задание на этой мести. Слух. Наши друзья-спортсмены привезли нам... Ну, блин. Привези нам много новых игрушек. Под одной из них, нашей любимой, лежит следующая подсказка. Под колесом, наверное. Ах, мужики! Старого деда 30-летнего, представляете, вот это тяжести поднимать. Придется еще немного попотеть. Твой подарок завалило гирями. Нам что ли? Сема, ты близок. Идем дальше. Так, да. Что там написано? Эй, чувак, это не тот ключ. Это не тот ключ. Ползи на другой канал. Последняя загадка состоит из 20 часов. Сейчас все ложитесь. Арсен. Надо два высших образования.
Да! Дай опача! Значит, не дать надо! Подмини меня! Это круто! Ребята, спасибо большое! За 4 минуты справился. Такое время не особо хорошее.